Да, очередной шахматный камбэк с Анатолием. Дай мне c5. Славяночка. Да отстань. Мы договорились, я буду платить Ладно, позиции. ладно, порти, порти. Это хороший ход. Это тоже. Это тоже. Подожди ты. Все будет. Понимаешь, нужно подготовить. Что ты делаешь? Да Ты нет, что-то стоит. хочешь? А, кстати, вот выкатывай Ладно, что-то. давай, давай, я соберусь. Все, давай. Я же вроде сильно там, структура не очень. О, нет. Ну подумаешь, без ферзя, Никит. Там Анатолий с рейтингом 1833. Ты же Да, меня... 1833, я же тебя без ферзя не обыграю. Почему? Ты же меня обыграл без ферзя. Это было давно, когда у тебя было 1500. Что делать? Как вообще играть тут? Ну думай, рубить флаг, не менять фигуры. Так он сейчас проломит ферзевый фланг, слишком, слишком. Вот видишь, ты пешку выиграл. Вот это да! Ну же, вот смотри, наш слон монстр. Наш слон за его ферзя. Ну да, именно, ты правильно выразился. Наш слон за его ферзя. Ну так смотри, наш слон-то он, ну, в натуре Он сила. сейчас c4 пойдет и затупит нашего слона. Как он его затупит? Придется d4 играть, чтобы не вскрыть все. Ну, вперед. Спасай. Я в тебя верю. У нас идеальная позиция, они считают отсутствие ферзя, я с тобой согласен. Да все нормально. Ну, стоим на месте. У него уже 2-10 всего. Нас тоже. Вот он пошел c4. Сейчас он проломит просто фланг и все. Вот видишь, мы его закинули ладью на d5. И что? Ну, нормально. Ничего он не проломит. Ну Подожди. а4. А6, А6, А6. Да подбой же аши. А, точно. Нет, зачем ты убрал его оттуда? Я пытаюсь скомпенсировать урон от его хода. Сейчас А b5 не. че? B5? d3. О, d3, ладно. Отлично. Контр-игра пошла. А вот видишь? Слон А1. У нас появился пунктик. Да, это очень важно. Ладья. Блин. А, кстати, можно же, наверное, бей. Паста, там c3, что ли? Взял, взял c3, c2. Ну да. Давай проверим. Нормальный план. Ну подумаешь, у него ферзей будет много на доске. Откуда? У вас слон на f6. А, вот даже так. И чё, как держать? У него лишнее качество сейчас будет просто. Ну зато у нас ферзь появился, Никит. А, нет, у него может лишняя ладья, или мы сейчас мат дадим. Ну вот. Кстати, интересный вопрос. Я боюсь, что мата мы не дадим. Но мы можем, наверное. А ладья не отыграется? На шахах. Да. Ладно, шах, я думаю, что начнут. Откуда нам надо дать шах, вот играть? Сейчас b6, да? Да. А, из b6 все равно закроется на d4. Нет, значит никак не отыграется. Нам сейчас флаг срубится. Думай, как играть на победу. Ферзь один. А, давай шах пока. Да, давай пару тупых шахов, потом заберем этого ферзя. А может быть ладью забирать, а не ферзя? Ну, против двух ферзей придется играть. Почему не сейчас? Ау, да, понятно. То есть ничья есть. Вот уже как минимум. Ну, видимо, как максимум. Ладно, давай попытаемся спровоцировать его на какое-нибудь дебильное действие. Например. Король e3, ферзь g1. Чтобы он не на f3, он d2 пошел, вот, отлично. А, и мы, ну ладно, мы заберем пешку и проиграем. Ну да. Перспективно. Ну вот, мы забрали пешку, ты доволен? И проиграли. Почему? После ферзи e5. Ну тут же еще найти надо. А, ферзь c2, по-моему, сразу мутовал, нет? Ну да. Нет, ну сейчас опять начнется серия шахов. Он неправильно сделал. Фантастическая большая серия шахов. Ну все, давай, там много-много-много разных. Ничья же будет?
ты думаешь? Да нет, ну не должна быть, он должен смочь закрыться, конечно. Ну, нужно просто флаг срубить. Рубим флаг, рубим флаг. Тут ему намного проще играть, понимаешь? Почему? Ну, потому что это нам надо не напороться на размен фигней и прочую фигню. Ну, соберись, ты должен. Партия вообще интересная. Не надо менять ферзя. А, ты знал? О боже. Все, пошла жесть какая-то. 10 на 20. Да нет, видишь, ему очень просто играть тут. Ты повторяешь одни и те же действия, Никит. Ему не просто играть. Ну ладно, мы были близки, в любом случае партия получилась интересной, это стоит выложить. По-моему, все, все поля знаешь. Ферзь А3 эпично. Ну, Ладно. я уже не выдержал. Он неплохо бегал от шаха, очень технично, кстати, для такого рейтинга. Я вроде заносил заранее, но ничего Давайте не... все это посмотрим по движку. Не, ну ничья была, вот вечным шахом там просто. Да. Ну, ее, наверное, и надо было делать, это было бы логично, по идее. Сама, давай саму партию покажем. Партия интересная. Да, особенно ферзь C7 ход. Ну вот, так. Мы отдали, мы разыграли какой-то бойдовый дебют, отдали ферзя. Угу. Оценка позиции минус там 100, наверное. Ну, Ну, 10 точно. 6 всего лишь. Что-то маловато. Она постепенно, наверное, уменьшалась или увеличивалась. 6, 4, 5. Ну вот за счет активного слона. Ничего не... Он провел C4 в нужный момент. Да, он все сделал правильно. Он пустил D3, тут уже плюс 6. Все поменялось. Да, тут стало плюс 1. Действительно, уже ничего не может сделать. C2, C1. Ну и получился такой вечный шах. Я пошаховал, но решил играть на победу. Конечно, абсолютно безграмотно. И загнулся. Да, то есть я надеялся на король D3 тут. Потому что вот на король D3 я могу взять на D8. Угу. Что, потому что ферзь D1. Более того, тут даже этот размен ферзей, который я думал, что он в его пользу, на самом деле в нашу пользу. Потому что в итоге эта пешка теряется. Все это была симпатичная ловушка, но, к сожалению, пошел на d2. И мы остались без ладьи, я начал шаховать, и не получилось. Да, всем спасибо за внимание.